Перед вами обычная пиротехническая ракета. В своих видеороликах мы запускали их уже просто сотни раз. Они улетают очень далеко, метров на 30-40 в небо. Но сегодня я хочу не позволить им взлететь. Что они себе позволяют вообще? Я протестую. Поэтому я хочу привязать ее веревкой. А второй конец я хочу привязать к этому спортивному блину и закопать. Смотрите, в чем прикол. Ракета должна взлететь. В один момент нитка натянется. И она, по идее, должна вот так вот висеть. Потому что ей недостаточно силы для того, чтобы вырвать или порвать нитку. И при этом сила есть, и она тянет. По крайней мере, все так в теории. Как будет в действительности, я абсолютно без понятия, но я предлагаю поджигать. И самое главное, опять же, никогда не повторяйте эксперименты за нами. У нас специальные ракеты, которые не взрываются, а просто тянутся. Взрывать что-то подобное на уровне Земли – это очень плохо. Так делать нельзя. Во время первой попытки я ничего не успел понять, если честно, поэтому я предлагаю совершить вторую попытку. Она на меня смотрит! Вот такой вот получился интересный эффект. В принципе, у нас получилось то, что мы и ожидали увидеть. Спасибо, что подписаны на Boosty. Всем до завтра!